Так, у Димона ковбои появились, да? Были, они уже давно. Красота. А, давно носят. И сколько комплект ковбоев? Честно, 350 или 300. А, течка? Течка 500. Стандартная. Да, да. А крестик? Крестик 400. Вы любите такие вещи? Да нет, Саша, есть у меня крестов много сейчас. Вот сережки есть серебряные. Советы? Советы. Как стоят? Эти 250. Ну, не знаю. Это вот 100. Старая. Угу. И с хрусталем 120. Угу. Распорованная, да, получается? Ну, такие распорованные. Две совместные. Угу. Распорованные. Виталий, ну, спасибо. Спасибо за обзор. Сейчас, что это? Это монетка. Посмотрите. Так, 88, ну какой-то легкий металл по ощущению сразу. Ага, ну так, а знаете, что здесь? Да, я знаю. Ну, конечно. Это называется... Это называется... Ну, я бы грубо сказал, но, скажем, просто творчество. Это рукоблуд, да. Творчество. Советское. Не, блуд, когда портят, а тут же создать пытались. Это советское творчество, конечно. Игра на монетку. Да, а сколько... А. Орел-решка? Орел. Я понял. А всегда выпадает решка. Круто, круто, круто. Не это переворачивай. Это еще на логику. Все орла. А кто все... это сказал вообще? Кто подсказал? Это ж надо догадаться. Во-первых, два разных года, посмотрите. Да, да. Не, это что, это нет, они немножко... нет, а делали еще спиливали. Они спилили и склеили. Склеивали. Они, да, конечно, да, да, скосячили, что этот разные самый, года. Разные года. А да, какая разница? Ты же не подберешь поле все равно. Ну... Все... Ну, по крайней мере, хотя бы да, одного бросаются. Года монетки было поинтереснее. Да, это редкая вещь, редчайшая. Интересно, кто-то такую встречал. Я впервые, честно, да, Виталий. Да, и были, сколько были, она были, стоит? Были, Саша, ох, честно, по цене даже думал у вас как-то немножко поинтересоваться. Это эксклюзив, потому что второй так, такой не существует. Ее трудно сделать, не чтобы она была чистой. По весу, такой. Да, я тоже по весу кинул, вес что-то 3, ну, существует. Ну, по 4. Хорошо сняли просто. Там же надо было на склейку, на, да, все, да, на прессу. Да. Я еще подумал, этот самый, были такие монеты еще шпионские. Когда ты раскрываешь, она внутри пустая, это самое. Ну, бы... я думаю, нет. Это, не, то, это что не вы сказали из этой не, истории. Это не раскрывается. А можно вот посмотреть, что за вид на с лимузинами, да, что это такое? Это набор раритетных машин. Шикарно. Причем это импорт какой-то. Да, да. Состояние отличное. Прилипну на 5 минут, если вам что-то не удобно. Я пойду пробовать. Я, честно, монетки перебирал на рынке. Нет, шикарно, шикарно. И чисто дали, поздравляю. Женщине принесли, я прям в коробочке, где ей принесли. А сколько такой каталог стоит? Всего-навсего, всего, да? Перебираю, мне попадается монетка, переворачиваю пятак. Я сначала как-то не понял. Не-не, круто, вроде круто, провернул. Да. Переворачиваю пятак. А берешь руку, ощущение, вот масса сразу как бы... ну, чувствуется мне, по крайней я мере. Я как-то увидел, я Шкода. Не дал ощущений. Алексей, было. Вот это вам привет от Шкоды. Нормально, Шкода 1925 года. 27-го. Шкода Ларен и Клемент 110А. Прародитель. Большая. Класс. Да, да, да. Это представьте. Просто бомба, а это чего? Состояние хорошее, да. Ага, аэро. Нет, тут, конечно, тачки такие, даже по телеку таких не увидишь. А вообще, какого года издание? Набор? Да. Честно, не посмотрели еще, да? Ну, просто так бесподобно. Не знаю. Уже час дня. Да полчаса назад. Набор полный. Просто бесподобный, да. Так. Шкода еще раз. 36-го года. Шкода продвинутая марка, я смотрю, да? Такая. Я не знаю, это не мое, это товарищ стоит. Thank you.
Это у нас Hispano Suiza H8 25 год. Раф. Шикарная модель. Просто спасибо большое, вообще прелесть. А вот еще этот самый иконка 1897. Ну интересно, да, сейчас посмотрим. Я через 10 минут прибуду. А браслета у нас сейчас и нет. Эти Прага. Шкода. Просто шикарный логотип. Это даже непонятно. Mercedes-Benz. Вот такой лафетничек царский есть. Ага, сейчас посмотрим. Не вижу издания сейчас года. Нету года. Ну да, пока непонятно, нельзя найти. Ну классно, спасибо большое. Можете упаковать? Да. А что за... А, вот это? Да, он иконочка, то, что я говорил. Состояние, конечно, уже не сильно. Была деревянная напойка, но она уже там год на боковинке. На торце, да? Да, да. А, да. Теснение. Да, я увидел. Ну, это как накатка такая. Советский кошелечек, смигающая леди. А, даже так. Подмигило, плохо видно. Он, кстати, новенький, да? Тут он гривен. Сколько он стоит? 40 гривен. Достаточно скромно, да? Ну, не хочу дергать лишний раз заклепку, чтобы не повредилось. Так, спасибо. И вот такой вот царский лафетничек. Красота. Немножко, сколько, конечно, с дефектом. Сколько он стоит? 200 гривен. И где дефект? Ну, под низу там немножко он под... чуть-чуть на ножке. А, вот, вот это. Здрасте, Дмитрий. Сам ты сволочь. Дима, привет. А вот и Дима, да. Димон, красота, гляньте, Игорь Александрович. Хорошая, хорошая. Туризм, прелесть. Смотри, сейчас я покажу произведение искусства. Сделано. Она... Прелесть. Ну и так, по часикам. Сколько он стоит? 200 гривен. Ага. Ну и по часикам, я не знаю. Давайте посмотрим на них. Ракеты позолоченные. Сколько такая ракета? Ракета 150, часы на ходу. А эти? Эти по 300, ну по 250 можно. Так, Эльдар Батькович, смотрите, тут часов у нас на круглом. Это то, что я показывал. Говорите, на барахолке у вас нет, остался. Заезжайте на круглый. Это я Эльдару привет передаю, он говорит, что на центральном рынке. Вот, привет Эльдару, приезжайте на круглые, часов завалить. Ну как, пару пар есть. Спасибо. Есть Москва женская, тоже позолоченная, ну состояние не сильно. А что у нас по картам? Сколько карты стоят? Карты, где вы видите карты? Маленькая чайная, большая, серка. Ну и маяк такой еще. Такая сетка, да. Нет, это чайная большая. Десерт. Да. Моя гривен 100, наверное, да? Чайная большая. Десерт. Полтинник, да. Он не наш. Чайная большая. Ну, вот такой вот Карлсон я показываю. Да, Карлсон бомбовый. Ну, забирайте. Один уже остался. Не, ну шикарно. Саша, видел подбор? Все с годами. О, да, сейчас. Все разные. Какая прелесть. И сколько они стоят? Все с годами. По 25. Ага. Это Дима наливал? Не, мои. Ваш... Я просто Дима показываю. Смотри, знаешь, что у меня есть? Я просто с тобой поговорил. Спасибо, очень интересный экземпляр. Вот такая вот шкатулочка советская. Аленушка, например, да? Какая-то или Аленушка, или принцесса. Это бронзовые. Да, накладки. Если я посмотрю. Ну, кстати, вот как
скажем так, как тип или разновидность не встречалась. У нас такой чеканка. Состояние по вашему отличному состоянию. Состояние, конечно. Ну, инструментом вы не увлекаетесь, как бы. Ну что же, цикля, да, цикля, да, новая. А это круто, да. Со знаком якости. Ну, такой не хочется и работать после покупки. В коробочке с документом, с, да, два запасных. А, 80 рублей. Да. Два запасных комплекта. Лезвие просто прелесть. Лезвие просто прелесть. Два. Можно бриться даже. Да, два комплекта запасных. Круто. С документами. Круто. Нет, шикарно. Вот эта вещь вообще. Все в комплекте. Это легче найти, вернее, сложнее вот такую найти, чем какой-то антиквариат, потому что таких вещей не сохранилось. А, вот еще мне сегодня принесли, но это местное награждение. Ну, госпредприятие, Италия. Малышева. Да. Кандидаты почем? По 50, ну по 40. Так, и что это? Борису Павловичу Браховецкому в честь 70-летия. Ну это вообще такой частный-частный заказ. Это частный-частный, их выдал маленький тираж, 10 гривен. Маленький тираж был, это чисто сотрудникам. Как это видно, просто это вообще, ну, ручная работа. Там же где-то на предприятии шлепнули в отдельном цеху. Да, заказывали. Чисто на производство их не... Коня нет. Класс. А так сотрудник. Класс. Так, и значки, мастера. Есть вот это вот еще такие интересные часы. Заря, стеклышко увеличительное. Не, если что, ты посоветуешь. Я в кидался. Ну, так можно брать сколько? Я у меня 25 рублей. Ну, я сейчас подумаю. Увеличительное стекло, толщина, посмотрите сбоку. Да, шикарно. Я понял, то есть это не для совсем, скажем так, зрячих людей. А, там просто маленький, да, еще и позолотом. Просто маленький корпус. Да, серебряный с позолотом, понятно. Не-не-не, он не серебряный. Он не серебряный? Посеребрённый. Латунь посеребрённая тогда. А что, пробу не нашли, но очень много таких серебряных. Просто там написано железо или что-то. Ну да, под пальцем безымянный. Я понял, желтизна вылезла, просто уже видно, что латунь, да, на замочке. Красивые дальше. Заря. Заря с увеличительным стеклом. И сколько они такие стоят? Такие 50 гривен. 50 гривен. Ну, это даром, можно сказать. Так, вот такая вот картина есть, лакированная. Забирай. Ой, красота какая. А вот это прелесть. Мне нравится. Единственный изъянчик вот это маленький. Да, небольшой. А так... Блин, плохо, что не сохранилась... Жар-птица, да? Не сохранилась бумажечка сзади. Я понял, наклеечка. Да, да. Красиво, да. Ее убрали. Такая накатка, не накатка, непонятно. Способ называется, друзья, подскажите, как называется способ нанесения? Он как такой... Такой пластик. Ой, он отражается. Причем видно очень хорошо и оператора, и весь рынок, наверное. Класс. Класс, сейчас, секунду, я переверну. Ага. Жалко, что таблички нет. Да, 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 да. Ну ничего, в принципе, не дошла. Общее такое приятное ощущение. Да. Да. Держи. Вы спросите, сколько стоит, потому что я несу ответственность. Сколько стоит? 100 гривен. 100 гривен. Передаем. Уронили, заплатили. Вот это такой еще будильничек. Это ответственность. Ну, красивый. Ну, что, человек взял? Красивый. Вот, советский будильничек. Это правильно, это ответственность называется. Витязь тоже новый, в коробочке с документами. Вот этот, да, да, красавец? Согласна с вами на все 100%. Угу. Понравилась картина? Да, да, да. Дерево, это фанера многослойная. Красивый. И сколько будильник у нас? С документом. Коробочку. Все на ходу, естественно. Да, все на ходу. Ну тут, наверное, конечно, желательно... Не выносить такие вещи. Ну, в том дело. Так, ну ладно, мы пока обзор закончим. Очень хорошо. Машинки так, еще не советуются. Машины шикарные. Я вот так вот раз. Машины бомба. КамАЗ особенно. И газончик. И газоны два. Да. Шикарно. Детская игра на развитие. Ой, вот эти твои первые буквы, да? Да, твои. А можно посмотреть, кстати, да, вообще? Конечно. Вообще, по-моему, такой...
Такого рарика и не видел. Сейчас я ее полистаю. Положите там, достали на где-то. Так. Ага, комплект поставки. А сколько она стоит? 100 гривен. 100 гривен. Рыбки, очки и что здесь? Игра. Выбираю. Покупка, находка. Так, это для Маши, наверное, подойдет, да? Рыбка, лягушка, черепаха, рак. Это я для Маши рассказываю, мне юная подписчица есть. Я с ней еще тут не гулял, да, вроде? Нет, не знаю, не встречал. Ну такая, 7,5. Здесь просто сильно редко бывает. Ага. Это не на аллее. Хорошо. Что, красиво. Сколько это, Виктор? 100 гривен. Ага, куча букв, это надо составлять, да? Цифры, знаки препинания, точки. Угу. А они куда-то выкладываются или просто? Просто? Нет, они как-то там просто слова собираешь, без косточки. Без... Угу. Ну, там вроде даже написано, что там блядь, не идет. Ну, сейчас, да, посмотрим, сколько. На сколько это лет? Я что-то это пролистал. От 4 до 7. А, все, Маша, тебе поздно, тебе уже почти 8 скоро будет. Это передняя часть, там написано. Да, я увидел. Вот здесь вот. До 7 лет, да, Машуня, мы опоздали, все. Откладываем в сторонку. Так, спасибо, это очень интересно. Познавательно. Ой, что мы, все вроде бы, да, ничего не забыли? Советский. Кстати, шикарная коллекция зажигалок. Уже уже не зажигалка. Уже осталось. Уже разобрали. Не, ну хорошо, так вы расторговались. Вот такой, кстати, браслет интересный. Ну это же янтарь, но искусственный какой-то. Даже да, это да, плавленный. Это уже новодельный. Да, это уже плавленный. Причем не янтарь, а просто пластмасс. Имитация, скажем так. Сколько он стоит такой? 100 гривен, бусы и браслет. А, даже так. Бусы отличные на закруточке. Угу. Ну вот они лежат. Угу. Я понял, вот они, да? Это комплект 100 гривен, да? Ну да. Карандаши восковые. Как раз ваше детство, наверное, в этом. Так, вот эти. Ай, класс. Ну, было дело. Да, в принципе, такие были. Но они что-то не популярны были, не знаю. Ими надо было уметь разрисовывать. Да, конечно. Правильно. Ну, они же как чуть-чуть масляные такие, как да, они называются. Да. Не совсем это пастель. Восковые. Типа, как... Да, там бумагу еще надо было подобрать, правильно, да, я думаю. Сколько они стоят? 10. Сколько? 10. 10 гривен. Формально вообще цена. Класс. Так, зажигалки мы посмотрели. Ну, солдат. А вот это, кстати, классная вещь. Я сам такой в детстве причем пользовался. Да, резко для фото, рельефная. Я резал, лично резал, потому что я занимался фотографией. И вот это очень популярно было, да, штука. С ценой. Саша, я убежал, да? Да? Я уже не позвонил. Все, счастливо. Счастливо. Еще один. Все, все, да, до свидания. Вот такая кружечка тоже старенькая. Дедушка. Кружка-бомба. Ой, будянская, да, крутая, кстати. Сколько она стоит? 40 гривен. Очень неплохая. Да, шикарно. Вот как бы товара на всем рынке. Ассортимент стоит, говорю, в одном месте. Вот такой вот брелочек советский. Стоит зайти, посетить. Ну, место, главное место надо такое, чтобы люди подходили. А здесь такого места нет, увы, на всем рынке. Футбол СССР. Симпатично. Сколько он стоит? 30. 30 гривен, да? Мальки. Шикарный, шикарный вопрос. Да, и вот такие вот еще есть игрушечки, тоже это старенькие. Это что, неужели салдеп какой-то? Это салдепчик, да, еще. А, это кооперативная, да. После развала, скорее всего, какое-то кооперативное производство. Набор не полный, правда. Конечно. Только. А уплотнительный кольчик не продается? Это когда вот это появился фильм со Шварцем. Команда, да. Не команда, чужой. А, чужой. Или хищник. Нет. Да. Чужой это Сигур не увидел, да. А хищник это... С хищником вот этот фильм, да. Вот это начали штамповаться, хищники, похожие, да, такие персонажи.
Они что-то совместили. Это типа, прям как в Голливуде такое обычно делается. Совместили там, телосложение Шварца да, и да, со да. всякими там мордами. Гопников, да? Да, ну, да, да. Да, да, да. Совместили одну с другими. И получились такие вот персонажи. Да, шикарный, шикарный. Спасибо. Вот еще, может, не увидели. Вау, ну орел это просто бомба. Орел это взмахнул и полетел. И сколько такой орел стоит? 200 гривен. 200 гривен. Шикарный орел. Шикарный. Хорошая резьба очень, но он такой нечастая. Нечасто встречается, но при желании его можно всегда найти. Ну не везде. Да, конечно, конечно. В целом, по крайней мере. Потому что он на... Ну и советские карты коллекционные. Карты шикарные. Сколько набор? Набор 200 гривен. А оно не... Нет? Нет, те ушли, нет. Другие пришли. Да. Если гуляет, то от меня к Димону. Ага. Красота. Красота. Ну ладно. Не будем открывать. Я вижу, тут играли 36 колодной, да, а эти покерные эти оставались. Бежали, да, 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 да. У меня тоже самая ситуация. Кстати. Есть точно такие же маленькие. Потому что покер мы тогда и правил-то не знали. Ну, это покер. Мы играли, пытались. Стрит, флэш, роял, что-то сами придумывали. А правила негде взять было, понимаешь? Как догадались, там каре это 4. Что? Да, конечно. Дурака это любимая. Деберс это уже посложнее, постарше. Гривна какого года у вас? 6. Какого? Что? Сколько стоит? 100 рублей. А что так нескромно? Скромность украшает человек. Понятно. Вот мне Galaxy понравились ваши очень. Это австрийский. Австрия, да? Ну как, это итальянский, но покупалось в Австрии. Ага. И получается уже лет 40, наверное. Это красивые. Родственник выезжал из Советского Союза в командировку. Ну, это хороший. Это царь этого сайта. Но этот немножко вот, он подклеит видопадом. А этот целый, вообще целый человек. Определить, время. Определить можно по наклонности самой линии. По толщину, как бы определить это не дает сложности, чтобы понять. Ну, да, так, в стекло, такой бы пресс, да, Димон, в 90-е? Да, 80-е. Ну тут, правда, купончики перемешались. Уже там все, что есть. Да. Микс, да. Да. Ну хорошо, заканчиваем пока. Да? Пора покупать. Что мы не увидели? А вроде все. Кнопка канцелярская. Сколько такие советы? Учителям и друг другу подкладывали. Сколько они стоят? 5 гривен? Коробок целый. Тут металла больше. Да? А, да, 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 да. Класс. Класс. Ну, хорошо. А кассеты сколько, Sony? 100 гривен. Пара или одна? Одна. Давайте свои, давайте несколько. Пока.